Сендейдар 2 не один, и это уже вторая, скажем так, что-то типа части. Даже это уже не вторая даже часть, а уже большая прям. Вторая вечерняя игра, скажем так. Продолжаем с того же момента, на чем закончилось предыдущее видео. Если смотрели, посмотрите предыдущее видео. Дикое какое-то месиво просто вот. Воу-воу-воу. Ай-ай-ай, меня прилетело прям. От Саски. Саски! Саски убил меня. Бич. Что сказать? Опа. Опа. Пипец, там такой экшен происходит же. Битва просто адская какая-то. А, у меня же есть... Удама! Розенган! Опа, она. И ни в кого не попал. Четко. Четко вообще сыграл, блин. Уф, нокаут. Нужен хиллер, хиллер. Кто-нибудь может хилить? Ребят. О, только я нашел, как тут общаться, и меня, собственно, сразу ушатали. Здесь происходит вот. Просто битва за точку Б прям какая-то радикальная. Мы пока прям чудом держим эту точку, блин. Они проникли, они идут захватывать следующую точку, блин. Я тебя вижу, я от тебя не отстану, чувак. Я вижу, куда ты помчал, блин. Опа! Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Где он, блин? Что он делает, ну? Давай, сразимся, ты и я, один на один. Ну чё, застал, а? Тут еще один. Так нечестно, ребят. Как видите, я... Меня начали прессить, но... Я не вижу, что происходит. Убить одного. И не... Пафосно убить, да. На, убил. Все, все, отлично. Я сделал свое предназначение. Умри. Бич. Ой, 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 ой. Ой. Да ладно, я слил их. О, нет. О, забили меня сюрикенчиком. Но я убил одного. Я прям как Джирайана. Пока наши там дрались с оставшимися двумя, я принял двух на себя. Я сделал для команды все, чтобы она победила. Да все, уже бесполезно, мы победили. Вот прямо это стопроцентная победа. Не стоит благодарности, не стоит благодарности. Я знаю, это все я там тащил просто. Вот вы сами видели. Я тащил, а они такие... да, я на третьем месте. Да, я очков, наверное, меньше заработал, это я понимаю. Да. Такая мясорубка просто была вообще. Вот, уровни даются теперь сложнее. Смотрите, 8-й левел уже так... Используйте костюм аксессуара, чтобы создать собственный оригинальный аватар. То есть, костюмы аксессуары, естественно, будут. Это и понятно. Это мы покупаем у Тентен. У Сакуры мы покупаем, собственно, шмотки. Что-то горло немного. За Саски поиграю. Нет, за Какаши, да. Так как тут все через жопу, надо Какаши еще раз выбрать. Потому что тут что-то все равно почему-то переключает на... О, это типа Анки, но не Анка. Блин, это весело, это круто, это Наруто. Что я хочу сказать? Это
клевая игра, но я до сих пор думаю, что она должна быть фри-ту-плейной. Потому что если фри-ту-плейная, у нее будет будущее, ее будут развивать, делать новые миссии, новые костюмы. Ну, вы сами понимаете, я даже просил бы вас, кто смотрит это видео, если вы знаете, куда писать, скажем так, писать прям всем везде, что надо делать ее фри-ту-плейной, чтобы как Fortnite она развивалась, чтобы ее не закидывали. А судя по всему, что я пока что вижу, я думаю, что это будет такая игра, знаете, вы поиграете, вы пройдете все миссии у Какаши, все миссии у Саски, поиграете в онлайне там, в разные режимы, и, скорее всего, на этом все дело и закончится. Да, купите тут дзюцу у Сакуры, у Тентен мы купим костюмы. Я надеюсь, что ее не будут закидывать, будут ее развивать, будут добавлять новых персонажей. Сначала я бы предложил сконцентрироваться на Наруто именно. Делать все по Наруто, всех боссов, Пейна, Дейдару, Итачи, Кисами, обычных врагов, обычные битвы, бои 1 на 1, 2 на 2. Делать босс-баттл с Рачимару, делать босс-баттл с Кибой, делать босс-баттл с Нейджи, если он тут вообще есть. Или с со временем хотя бы добавить его. Я вижу эту игру как очень крутую, и мне будет обидно, если они ее просто просрут, вот, реально. Это же Дейдар был, да? Ой, да, Дейдара. Это Баяни 1 теперь моя любимая фишка, я так всегда буду делать, ну. Я надеюсь на ребят, что они сделают хорошо. Надеюсь, что будет все прекрасно, и мои вот эти вот типа претензии, что она не фри-ту-плейная, будут необоснованы. Если она будет платная, то я желаю ей такого будущего, знаете, как Overwatch. То есть новые персонажи появляются, новые арены, новые там миссии, новые это. Вот тогда да, это будет очень круто. Если же она будет платной и такой, знаете, типа, ну, грубо говоря, поиграл там недели 2-3 и все, и забил. Вот это нет. Я выиграю. Райкаги сказал. Райкаги, блин. Я Какаши, ага. Какаши, привет! Канохи. Шаринган. Что делает Шаринган? Наверное, учит чужие дзюцу по логике. По логике, да? Во-во-во. Да, глаз активирован. Опа! Не дам. А если я? Я фиг тебе. Иди отсюда, блядь. Это моя точка. Блядь. Изи. Опять ты вернулся, блядь. Почему я переключила камеру на другого вот? Реально, это тупо, блин. С камерой, я не знаю, камера очень странная. Она фокусируется на одном противнике. Это, конечно, правильно, но она, блин, ходит. Отлично. В точку А, ребят. Погнали все в точку А. Я понимаю, ты мне активируй и тупо запоминаешь что-то вот. Так, отбивают они точку С. Они на нашу точку, походу, поперли. Да. Погнали на точку С. А, им смысл, он все равно нас захватывает, да? Сюда бежать.
Ой-ой, я прям в его мясной танк прилетел. Рейхири. Мне нравится, кстати, прическа, как у Джирая. Возможно, мой следующий персонаж уже, наверное, в основной игре будет с прической, как у Джирая. Вот, что я скажу. Ой, они наши сразу обе точки прессуют. Ну чё, ребят, вы что-то варите, блэд? Так, иди отсюда, это моя точка. Офигеть вообще, ребята расслабились просто там. Хорошо, я вовремя туда подскочил, скажем так. Отлично, все точки наши. Я пойду на точку... Блин, они и сами попёрлись на точку А, значит я иду на точку С. Логика? Нет логики, да. Логика в том, что надо разделяться, а не тупо пердолить на одну точку. Это, в принципе, в любой игре, но, как вы видите, тут это... Всем пофигу, короче. Ух, блин, он меня поймал. Я не дам тебе ничего, собственно... Чидори! Он что, лагает, что ли? Я не понимаю, что... Всё, я его ушатал. Фиг вам, блин, а не точка нас. Ай-ай-ай, я падаю. А, тут, наверное, знаете, когда повышаетесь в уровне, вы можете покупать те дзюцу, которые не могут покупать другие люди. Вот я как это понимаю. Зачем тут, собственно, уровни? Победа? Ну, это было прям очень легко. Изи-бризи дэнсинг, изи-бризи дэнсинг, изи-бризи дэнсинг. Я на первом месте, я не удивлен, я что-то вот... Я единственный играю как-то, ну, не знаю, правильно, что ли. Ну, я вижу, куда надо бежать, по крайней мере, и какую точку защищать. Давайте, наверное, в другой режим теперь просто бои, которые, собственно, были у травы, их могли видеть в моих других видео, но... Попробуем теперь бои. Тут понятно, тут смысл... Чем больше у вас точек, тем быстрее заполняется шкала. Когда шкала заполнилась, вы победили. Все, все, собственно, легко. А давайте теперь попробуем... Вообще, смотрите, что будет. Бой за флаг. Я, кстати, мы играли бой за флаг в другой версии. Барьерные бои. Вот это тоже интересно. Пока непонятно, что это такое. Мировой турнир. Это сражение. Давайте мировой, собственно, турнир. Списка наград нет, есть просто... как понятно, в мировом турнире будут потом награды какие-то, но сейчас нифига, естественно, нет. Кем я буду играть? Я буду играть, собственно, этим же чуваком в защите, на всякий случай. Я буду играть этим чуваком в защите, потому что... Не знаю почему... Так... Как видите, есть призыв. Он тоже, наверное, будет, скорее всего. Мне кажется, это все... Наверное, на уровне. Допустим, с 10 уровня вы можете покупать какие-нибудь, не знаю, Гатонга, как Юно Дзюцу, ну, допустим. Мне кажется, поначалу вы будете вообще сырым просто. Вот просто у вас даже вот этих техник, наверное, не будет, скорее всего. Ну, по крайней мере, так правильно будет, если у вас не будет этих техник. Будет какие-нибудь техники Ли, может быть. Может, там, Розенган, Наруто, максимум, наверное. Хотя фиг знает. Посмотрим. Что говорить, посмотрим. Собственно, тут надо, как я понимаю, меньше проигрывать в этом режиме. Есть общие жизни. И когда, собственно, общие жизни кончатся, мы проигрываем. Все легко. Ну, главное, я сейчас не всоснуть сразу. Что это будет? Где я? Я ничего не вижу. Ага. Я его прям... Опа, 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 па.
Появился свиток. А зачем нам свиток? Что делает свиток, собственно? А, свиток призыва, да-да-да. Я вспомнил, они потом призыв делают, благодаря свитку, да. Блин! Блин! Ух! Чуть не умер. Собственно, кидаем в них всякую хрень. Не даем им особо вставать. Защита пусть будет. А теперь я. Тоже давайте. Ладно, хватит. Упал, по-моему, да. Там чувак прессует нас. Он меня прессует, блин. Нас прессует. Меня прессует, да. Что они там делают вообще? У них за тусовка там внизу. Ай. Можно легко упасть тут, если ты тупишь. Зайду сзади, знаете, так подлически просто вот. Когда меня никто не будет ожидать, и я такой типа, я на помощь вам иду! Ай! Еще 4 до поражения, блин, да мы проигрываем, ребят, я и не заметил. Блин, я первый... Нет, я второй раз проиграл. Один фиг, это пипец. Наши очень много всасывают. Ай-яй-яй-яй-яй. Появился свиток. Так. Что делает свиток, ребят? Вот что делает свиток? Я вообще не понимаю. Хилит нас. А, гамабунта. Все, я понял. Призвали гамабунта, он нам помогает. Хорошо. Где я? Это я? Что происходит, мать его? Я реально не понимаю, что происходит. Еще 4 до победы. Минус 1. Давай. Опа! Давай, мочим его. Сами не падаем. Нет! Ребята! Я умер. Я виноват. Т-4-3, смотрите, вот. Блин, прям близко. Я виноват то, что упал сейчас. Это реально вот. Если бы я сейчас не упал, наверное, тогда бы мы, наверное, победили, скорее всего. Но это не факт, конечно, но. Я на первом месте. У-у-у, Дио! Дио! Да, со мной играл Дио. И постоянно проиграли. Это мое первое поражение. Прям когда я сказал, что мы ни разу еще не проигрывали, кстати, заметьте. Ну, в том режиме нам нет равных. Это другой режим. Всегда можно найти оправдание, да? Так. Совет 4. Атакующий сильнее всего в ближнем бою. Они ошеломляют врага. Бла-б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 ла. Собственно, почему все сбилось? Я хочу еще раз принять участие. Знаете, вот на этой арене было не очень играть мясным танком. То есть на этой арене, мне кажется, дальняя атака и атака намного лучше. А вот в какой-то деревне, во-первых, и песка, по-моему, и в Канохе очень удобно защитником играть. По крайней мере, я так вижу. Дальняя атака, так что... В этот раз выбор дальняя атака. Так, мы видим Чоджи, Ли, Шикамару, кстати говоря. Собственно, опять Сарада, Барута и Мицуки. Мне кажется, кроме них вообще из Барута никого, наверное, не будет. И это, наверное, пока что правильно. Не, хотя можно сделать ребенка Чоджи. Она, по крайней мере, не знаю, что-то в ней есть. Короче, но со мной это... Блин, я не знаю, реально... Что-то Боруто пока, как аниме, он заходит очень прям тяжело. Он прям... Я остановился на какой-то там серии, на уже где они пошли по вот этому Боруто фильму, и все, собственно. Вот я такой, не хочу смотреть.
Что-то прям не хочется это смотреть. Я не знаю почему. Может, это я такой. Собственно, уже 12:20, и я думаю, скоро уже будет пора ложиться спать. Едон. Типа как удон. Да? Не забывайте, работаем сообща. Дейдар 2, это я сказал. О, да, это очень круто, когда типа ты говоришь. И иголки как у... Нет, все получится. Иголки прям как у Хаку. Вот здесь надо было играть за защитника. А что тут делать-то? А, да, мочить соперника. Что-то я... О, Хасенка нормально. Тригакагьюна. А вблизи что? Вблизи я могу нормально драться? Или я вообще неудачник вблизи? Я надеюсь, что тут можно будет силу зеркала использовать. Это было бы очень круто. Я понимаю, меня кто-то бафнул у меня. Что-то там... О, Саски, Саски, получай, на. Ты меня там фигачит сбоку, прям как бич! Ну как по-глически глаз фигачит там. Я отвлек. Вау-вау-вау! Я смотрю, ты ищешь проблем. Давай, давай, ты и я, один на один, давай, давай, давай. Эдон, блин. Все? Все изи, на. Свиток, ребят. Я хочу свиток. Я хочу, блин. Ну вот. Так, это призыв, да? Еще 4 до победы. Все изи прям. Мы как девочек сейчас берем. Убили? Нет. Давайте еще троих нам, пожалуйста. Заверните. У него есть дюсу, по-моему, которого нету у нас, да? Батон. Батон, блин. Реально, батон. Вот так вот, блин. Да хорош убегать, блин. Он прям, знаете, из последних сил выживает. Мы его все равно загасим, не волнуйтесь. Эдуон, у нас с ним терки уже. Да, бич. У меня есть Кирин, ребят. Саски гребаный, блин. Ай-яй-яй, где он, где он, где он? Ребят, ребят, дайте его мне. Успокойтесь, я сейчас я все сделаю. Кирин! Я не попал, но это было круто. Получай. А теперь Хасенка. Батон. Бей его. Жестко, жестко, жестко. Просто... Блин, нас вообще ни одного, по-моему, не убили ни разу. Я что-то не заметил. Весь раунд мы просто зажали их. Просто вот адски зажали и начали их дрюкать. Это, конечно, не очень, наверное, честно. О, ранг С, блин. Едон самый крутой у них был. Я же говорил, Едон у них прикольный, блин. У Едона, кстати, техники какого-то фига такие, которых у нас нет, блин. Может, это разработчик игры? Ну, реально, у него техника была, которой ни у кого нет. Он, вы видели, как-то... Делал какую-то то ли песчаную защиту... А, хотя нет, это, наверное, стандартная эта техника, блин, была. Да-да-да, это стандартная техника. Если вам удалось зайти в ту противнику, то я не знаю, что вам сказать. Дейдара 2, данного игрока. У меня нету БП-наставника, но, судя по всему, БП-наставник это что-то очень крутое будет в игре. Я не могу двигаться, у меня все зависло. А, нет. А, да. Что про... Ребята... А, вот, все. А, надо было просто нолик-нолик нажать. Пипец народу стало, кстати, заметили? Давайте, наверное, еще раз сражение, мне понравилось. Только в этот раз надо поиграть за кого-то другого, наверное.
За Сакуру, почему бы и нет. Удар расцветающей вишни, дзюцу клеточного извлечения, дзюцу подмены и, собственно, регенерация. Это секретная техника. Регенерация — это круто, а вот сталь... Ну, я думаю, Сакуру прикольно, наверное, играть. Сакура — это такой персонаж, который вот мне бы, наверное, в этой игре подошел. Я просто люблю, чтобы перс, если это онлайн-игра, это, собственно, онлайн-игра, чтобы он умел лечиться хоть как-нибудь. Так что мне теоретически очень нравится. Да, блин, я случайно... Это такая краткая проверка всех эмоций из Дейдара 2, а не 1. Вот так вот. Сокана! Господи, Сокана! Знаете, вот как темная вот эта вот женщина там... Я никогда типа не проиграю. Что это за звук такой опять? Что это? Чё, кто на меня? Йоши. Йоши. Уааа. Ине. О, это ж... Блин. А, это Конан. Я такой думаю, блин, все знакомые. Вау, круто. Обаяние 6. Жирая. Это... Ли... О, рэп, я зачитаю вам рэп. Это Дейдар 2. С вами говорит братва. Йоу. Йоу, камон, камон, меня зовут Саски, я вырос в Канохе, я делаю неплохие урохи, да уж. Йоу, собаки, я Наруто Узумаки, да, и кстати, я будущий Хокаге, у меня все круто, я же все-таки Наруто победил Орочимару, и как будто, ну, все. Тарарин. Не дали мне, пока чевряжется нормально. Ну что, ребят, вот такая вот, собственно, игра в Наруто Тубарутто Шиноби Страйкер. Где-то, я думаю, скоро видео закончится, так что будьте готовы к этому. И следующее видео ждите, наверное. Скорее всего, завтра я не буду играть, потому что у друга день рождения. Послезавтра, наверное. То есть, а, сейчас уже завтра наступило. Вы будете это смотреть 21 числа. 21 больше не будет видео, кроме этих двух. 22, наверное, будет, скорее всего. Блин, Сакура. Самое главное за Сакуру понять, как играть и не всасывать особо. Вот. уже кто-то там умер. А, и у нас тоже. Нечему радоваться. Это вот те, кто играет, наверное, первый раз, они просто упали. Падать тут вообще нельзя. Прям вот не вариант! Свиток! Ай, нет! Не дать никому забрать свиток. Я забрал свиток! Соски! Что это такое? Ох ты! Падай. Блин, наша команда всасывает. Это плохо. Я тащу просто за Сакуру. Пока что. Да блин, давай. Чанару! Покажи Саске, кто тут мамочка в доме у тебя. Сакура, блин! Мадарами ушатал меня. Пока я мочил Саски, он мне просто в спину зарезенганил. Вот бич, а. Блин, ну и мы проигрываем. Это печально. О! Как удачно! Пацаны, я свиток возьму! Ладно. Я иду на помощь!
Да чё мы так сосуем-то, ребят? Вы чё? Придётся самому всё делать, как всегда, собственно. Нет! О!